Это у тебя будет отпуск, не увольнение еще. Ты не увольняйся, сынок. Не увольняйся. Там что-то прям все плохо. Там эти, я смотрю, матери уже организуют там эти. Я плачу, там столько жертв. Слушай, я не хочу прям в этот союз матерей. Они там просто возмущаются. Ну что, среди мирного этого, слушай, взять сына и прям и потерять. Ну как вот? Я тоже этого не понимаю. Я еще не могу объяснить себя ради чего, понимаешь? Что за родину защищать? Кто на нас попал? Всем, честно, вот я прям на этих матерей смотрю, которые сейчас объединяются, пытаются до государства достучаться, что, ну, а что уже, поздняк, блин, приходят там дети в городах. Не, зачем вот это потом ходить тут это, что-то добиваться, зачем уже? И не увольняйся просто, в отпуск приезжай, а вот как, потому что если ты уволишься, тебя через два месяца призовут туда, на это. Ты потому что ценный кадр. Дедушка, когда разговаривал с этим военкомом, Семена бы сейчас уже забрали.